Всем привет, друзья! И сегодня я сделаю свой тир-лист с лебедей туалетов и агентов самых сильных персонажей. Кстати, всех девушек с 8 марта, да. Но мы начинаем. Так, ну я думаю, то, что сам на первом месте, конечно же, Тюмен Титан, да. Больше всего. Второе место, естественно, Камерамен Титан. Следующее место у нас занимает вот такой вот ученый. И вот этот послабее, потому что у этого лучше. Там еще эти сзади, ушки, а у того нет. Поэтому немножко сильнее. И Спикерман Титан. Вот он, Спикерман Титан наш. Вроде еще один был где-то. А, нет, вот это вообще. Это сильнее, мне кажется. Вот это. Мне даже Камерамен Титан. Есть другая версия. А походу ее сюда не добавили пока что. Может, хотели. Так, а, забыл. Сюда нам надо делать Джимайл. Куда же быть Джимайл? Да фак, вот это первое место. Не знаю, почему тут. Немножко так неудобно. Но у нас, естественно, не почему. Так, теперь, может, заканчиваем. И сейчас рыгаем. И там новым точками. Я думаю, там уже Астро будет. Вот Астра. Астра сильнее. Ну, еще одного Джимана где-то. О, вот это тоже сильнее. Это тоже сильнее. Где же это? У нас выжил. Еще один. С 4. Вот не фейк, а настоящий. 57 сильный. А, вот он. Мне кажется, наверное, еще куда-то сюда долезал. Здесь, я думаю, сильно вот это. Тюмен Титан. Ну да, Тюмен Титан довольно сильный. Да, ты. Ладно, пока что ты сам на Велес. Наверное, вот именно. Тут тоже неплохо, но там его куда-нибудь поставить. Так, дальше идет у нас Камерамен Титан. Это чуть сильнее того. Вот он. Дальше уже Спикермен Титан. Вот. Ну, получается. И правда, я еще насчет вот этого не знаю. Наверное, хотя бы до сюда, вот до сюда, да. Я не знаю, что в моей теории, если вы смотрели видео, там была теория, что это не будет. Именно вот этот. Если люди клуб, да, тогда. Что я хотел сказать? Ну вот этот, ну мы его потом поставим, мы вырез он. Ну просто. Вот. Дальше джиманчик у нас. Еще кто-то.
А тут много уже слебедистов, которые сильнее Джимена, поэтому... Вообще, мне кажется, то, что вот этот слебедист не лежит. Вот, он здесь этот резает, до сюда. Это очень сложно, да. Персонально тут тоже много. Сколько? Так, тут еще где-то всякие слепые. Вот, слепые диджей, то самое. Я не сюда вылезаю. Я живу чуть сильнее. Ну, крепко, да, сказать. Ну, это вот сюда, наверное. Ну, трипл, куда же без трипла? Ну, сюда. Не, вот это вообще, ведь я не знаю, почему. Столько кучи слабостей, а это ставлю куда-то. Не знаю. Ослабеет. Вот это, допустим, тоже какой-то сильный такой. Еще есть вот этот микроволновка. А, вот она, ходячая. Ну, понял. Во, вот это вообще сила. Сильный. Ну, а куча бомб. Причем сильный. Бомб. Мне кажется, сюда это. Ну и дальше, наверное, у нас идет вот два таких, только два, две головы. Вот. Это с этим. Вот, да, что я хотел. Дальше не знаю, дальше, наверное, вот этот. Вот, вот давайте сюда его поставим. Это вот, я не знаю, вот просто столько слебедистов не кидали агентов, ты персонажа не посчитаешь. Кажется, вот сюда. Ну, вот это вот очень сложно. Кажется, он тоже где-то сюда долезает. Это следующий раз. Тут много всяких разнообразных слебедистов появилось, даже не посчитаешь. Этот октопус, осьминог, ты зачем? Просто идеи куча. Сюда ставлю. Во, вот это что-то уже покруче и посильнее. Ну, про вот этих я вообще молчу. Они сильны. И сюда поставлю рядом. Ну, это очень сильно. Мастер слебедистов тут просто молчание знак согласия. Кажется, их сюда можно поставить. Это что, астер слебедистов? Вот, другой астер слебедистов. Но он, мне кажется, вот здесь. Потому что в одном разборе Армхова там говорилось то, что он босс вот этот. Но есть сестры слебедистов, которые сильнее босса. Да. Лично босс всегда самый сильный. Ну, еще тут куча кого можно накидать. А у меня все тут практически закончились все сильные. Вот стронг, вот это вот. Вот все, пошли вот эти вот. Пошли вот. Вот это мы начнемся. Вот сколько персонажей есть? Ну, даже не думаю. А вот еще вот этот лампачик. Ну, или как? Ну, короче, дальше какой-то. Еще где-то я видел. О, вот этот.
Он как сородич вот этому с вами, как с вами. Этого челика поставили, наверное, сюда. О, вот это ротит, это то, что надо. Потому что это отнесется, мне кажется, ну, не знаю, вот сюда даже. Не знаю, потому что это сильное орудие. А вот это вообще имба. Это вот эти, то вообще просто как-то сильно. Не знаю, сколько сейчас людей, но знаю, что она идет уже долго. Кого же следующий? Ну, я пока что тут пропущу, там... А, вот, вот, я нашел его. Все, не надо уже. Я нашел все. Ну, ладно. Или строим больше всего. Ну, мне кажется, больше будут липовики. Я вчера уже делал какие-то там вообще липовики. Поэтому я решил сделать прямо на видео, записать, как я тут все выбираю. О, вот этот вот, конечно, мы забыли про вот этого челика. Вообще вселяли его давно уже не появилось, а мы про него все забыли. Кажется, вот это вот сюда. Это вот террорист сюда. Сюда. Хотя не было сюда. Сюда. Ну, вот это посильнее его версия немного. Сюда. Вот это, ну что? Ну, вообще не победит там все. Он дохлый персонаж, понимаете, он когда-то победит. Вот, конечно, он. Никого, он сам себя победит. Ну как сам себя? Ну, вы еще поняли, мне даже объяснять не надо. А вот где эта тележка с этим? А вот эта вот тележочка с боеприпасом. Вот это второй вид, антипаразитальный танк. Давайте следующий, мне кажется. Ну все по сути, все. А, нет, еще за... вот эти вот есть. Вот Ритрс. И... Не, мне кажется, вот этого больше всего, это Эрдин. Вот это вот все относится к этим. Даже не передумать. Я знаю. Даже не думаю. Ну, я сейчас вернусь. А, вот, 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 вот. Можно вот этого, допустим. Потом еще вот такого. Ну, и такого, в принципе. В принципе, они все такие. Что же делать? Надо что-то думать, потому что вот больше я ничего не знаю. Вот, зачем тут второй раз делать вот это? Тут что-то отличительное. Не знал. Вот на этом все. Это пока что первая часть. Вторая будет, может, завтра. Или сегодня. Ну, надеюсь, вам всем понравилось мое видео. Всем пока-пока.